Джендас, прости, что опоздал. Ничего. Я даже рада твоему опозданию. Я пролила столько слез. Правда? Трижды смывала макияж и красилась заново. Слезы текли ручьями. Ну, вроде не зря старалась. Выглядишь сногсшибательно. Пошли фотографироваться. Кошмар, Джендас. Приберегла специально для тебя. Ты мне прям в задницу пернула. Как будто насосом, блин. Как вы познакомились? Я обожаю романтические истории. Что ж, раз вам интересно, где-то пару лет назад я пошла на концерт христианской группы в церковь. И увидела там самого красивого мужчину на земле. Он не сводил с меня глаз. Мы пошли на свидание и очень-очень-очень-очень сильно полюбили друг друга. А потом он умер. Змея укусила. На его похоронах я была совсем без ума от горя, не могла держать себя в руках. Там я увидела другого. Он оказался его дальней роднёй. Нёс гроб, и ему было так тяжело, что он едва гроб не опрокинул. Нелегко было его удержать. После похорон мы с ним разговорились, и я подумала, ну, тот же умер, а этот живой. Возьму живого. И вот мы вместе уже 2 года. Очень трогательно. И мы счастливее день ото дня. Я на 7-м небе. Я тоже.